80 лет исполнилось народному артисту РСФСР Николаю Григорьеву. Его творческий вечер прошел в Чувашском государственном академическом драматическом театре имени Иванова. Свет, звук, декорации. Проверять, все ли готово перед началом спектакля, Николай Данилович привык давно. 20 лет он совмещал в театре сразу две роли – директора и актера. И знает всю подноготную театральной жизни. Хотя в детстве он даже не думал стать актером. Закончили школу среднюю. Из нашей деревни где-то 5-6 человек ребят. И собрались. Ну куда идти-то? Учиться надо дальше. В институт какой-то. Один говорит: слушай, хороший есть институт в Казани. Какой? Ветеринарный. Некоторые впервые слышат слово ветеринарный. Ну, ветеринарный. Собрались, сколько там, 5 или 6 человек, мы поехали в Казань в ветеринарный институт поступать. Никто не поступил. Мне не хватило 1 балла. Вот я так и не стал ветеринаром. А стал актером. Вот такая судьба. О сделанном выборе Николай Григорьев не пожалел ни секунды. И судьба была к нему благосклонна. Сатин из пьесы «Горького на дне», Аким из «Власти тьмы» Толстого – любимые персонажи актера. Можно без преувеличения сказать, ему даются практически любые образы. Секрет своего успеха знает точно. Секрет в таланте. Если в человеке есть талант, который видит и понимает вот этот образ, он и сыграет это. А если нет таланта, а кто дает талант? Только вот сверху. Творческий вечер собрал в зале театра всех поклонников заслуженного артиста РСФСР. Самый младший внук Николая Даниловича Александр признается, дед для него пример во всем. Я преклоняюсь перед его преданностью здоровому образу жизни. Мои одноклассники и мои друзья по школе до сих пор спрашивают, а Николай Данилович каждое утро выбегает так же, да? Каждый день не пропускает? Я говорю, так же, не пропускает. Они все в 7 часов утра вот так вот в окна смотрят, и как Николай Данилович на поверхности. 80 лет. Николаю Григорьеву вручили нагрудный знак Министерства культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики за достижения в культуре. Юлия Важенина, Алена Алексеева, Андрей Спиридонов. Республика.